Так, что тут у нас? Сегодня погодка сойдет, правда, тучи уже близко, скоро начнется дождь. Находимся на такой площади, рядом музей, и музей-театр, что-то такое. Здесь какие-то архитектура под стеклом, я так не пойму, в чем фишка, если кто знает. Наверное, плохо может быть видно, но под стеклом здания. Тех времен, типа. Наверное, ничего не видно, не знаю. Плохо видно. Там вход, типа, вниз. А, да, музеум-театру. А здесь... О! А здесь дальше какое-то шоу-представление. Сейчас подойдем поближе. Наверное, больше мужской стороны заинтересует представление. Да, балабола, но такого еще не было. В центре места видно, какую-то рекламу делают, потому что там дальше он тоже везде видеосъемка идет. Реклама, наверное, клуба какого-то. Да, ноги все в синяках, крутится на таких трубах. Конец. Говорит, рекламная пауза. Все отошли, это говорит, нет, еще снимаете, потому что я звезда, хочу, говорит, я выиграть и попасть в телешоу. Да ладно, все, 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 молодец, слазь, передохни. Съемка совсюду, и мы, пользуясь моментом, будем снимать, пока никто не выгоняет. Турник мене. Да ты шо, сейчас труба еще бахнет. У них ноги как у муэтай, набитые, он синяки аж, блин, ты что, не знаю. Так по трубам фугары. Все, молочага, дубль снял. Да, справа конкуренты тоже все снимают. Правда, никто пока не кричит на меня. Я под шумок типа с ними вместе. А там дальше он, целая бригада их.
потом только ладно нажать. Ну все, как-то так, небольшое видео, все. Приятного просмотра. Подписываемся, ставим лайк. Все, всем удачи.